Після передачі Україні міг 29 словаччина отримала від сполучених штатів величезну знижку на гвинтокрили. Вот он звіріний нацизм. Самим що не є його проявлення. На що того, що такое, з ким ми боремся на тлі відправлення словаччиною своїх винищувачів міг 29 Україні. Сполучені Штати запропонували цій країні 12 новеньких гелікоптерів Бель Віпер. Із знижкою про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. За його Словами, вартість цих гвинтокрилів становить більше 1 мільярда доларів, але словаччина виплатить лише третину цих коштів решту приблизно 660 мільйонів доларів. Сполучені Штати погасять за власний рахунок через фонд оборони уряду США. Найт заявив, що завдяки відповідальній оборонній політиці стосункам із США а також чіткій підтримці України. Вони першими отримали цю пропозицію. Нагадаємо, що словаччина передає Україні ескадрилю з 13 вини. Міг-29 у повітряних силах України заявили, що надання країні модернізованих радянських винищувачів Міг-29 буде надзвичайно серйозною допомогою. Тим паче, що ці літаки несуть практично всі аналоги натівської авіаційної зброї. Дорогі друзі, приветствую вас на моєму каналі. З вами Тарас Березовець. Я би хотів сьогодні з вами поговорити о воєнних аспектах. Которые сопровождали это самый визит, и которые, безусловно, не случайно с ним совпали. Как говорится, не случайное совпадение. На самом деле, это и не совпадение, вовсе. Я имею в виду атаку БПЛА, которая два дня подряд. И во вторник, и в среду произошла во время оккупированном Крыму. Накануне во вторник, БПЛА атаковали крупнейшую железнодорожную станцию в Крыму. Ключевую, я бы сказал, станцию, которая не менее даже важна, а возможно даже более важна, чем Крымский мост. Джанкой. А сегодня БПЛА утром успешно атаковали крупнейшую российскую военно-морскую базу на Черном флоте в оккупированном Севастополе. И, естественно, никакого совпадения с визитом Си Цзиньпина нет. Это была показательная атака, в первую очередь направленная на то, чтобы показать первому человеку в Китае уязвимость российской оборонной системы в оккупированном Крыму и выставить Путина в самом неприглядном свете. Сразу забегая наперед, скажу, что... Это все удалось и окупилось с лихвой. Естественно, вооруженные силы Украины не взяли на себя ответственность за эти взрывы по традиции. Но оккупанты и, собственно говоря, мировые СМИ в один голос утверждают, что за атакой, безусловно, стояла украинская сторона. Мы не будем здесь не давать никаких комментариев, я не хочу давать повод для спекуляции российским пропагандистам. Мы будем говорить только об официальной позиции Ну вот официальная российская, понятно, это сделала украинская армия. А Генштаб вооруженных сил Украины никакой причастности к этим атакам, безусловно, не признает. Вот будем из этих позиций и исходить. И вторая это истерика, которая случилась в Кремле после того, когда замминистра обороны Великобритании заявила о том, что Британия вместе с танками Challenger 2 поставит в Украину снаряды с объединенным ураном. Напомню, это снаряды британского производства, они не являются запрещенными, это никакого отношения к ядерному оружию не имеет, это просто снаряды повышенной пробиваемости, которая пробивает все известные типы брони, стоящие на российской бронетехнике. Ну и всплеск сегодняшней и вчерашней истерии, который случился сначала у Сергея Лаврова, а потом у Путина, а теперь уже и у Лукашенко, которая в один голос, говорят о том, что ответ России будет самым страшным. Ну, больше всего договорился о картофельной Дучи. Он сегодня сказал о том, что если эти самые снаряды с объединенным ураном такие попадут, и в Украину и будут использованы против российской армии, то мы, дескать, здесь в Беларусь сможем получить уже ядерное оружие. Ну, очевидный бред, очевидное повышение ставок, но, тем не менее, истерия противника, она не на ровном месте, будем так говорить, поскольку оружие это самое, что у есть, эффективное. Итак, что же случилось накануне? Накануне, точнее это еще произошло даже в ночь, с 20-21 марта, взрывы в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма, которые прогремели. И тогда же в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили о том, что взрыв уничтожил на станции Джанкое российские крылатые ракеты калибр НК, которые транспортировались по железной дороге. Известно, что речь идет о ракетах калибр НК. НК, эта модификация имеет э, радиус поражения, дальность поражения до 2500 км по наземным целям и более 375 км по морским. Переправляли их железнодорожными путями. Джанко это ключевая станция, не просто в Северном Крыму, а вообще в Крыму, поскольку Крым сам по себе напоминает бутылку, а Джанко это затычка в этой самой бутылке. Вот вы имеете эту затычку и, собственно говоря, все посыпется. Для российских оккупантов, я здесь рискну предположить, Крымский мост имеет даже меньше стратегическое значение, чем Джанкойская станция. И вчера мы со всей очевидностью видели во время визита китайского лидера-председателя КНР Си Цзиньпиня показательное выступление. А целью этого выступления, собственно говоря, было продемонстрировать то, что российское ПВО абсолютно... Она абсолютно не способна сбивать эти дроны, тем более речь идет даже не о военных дронах, как установили эксперты, а о китайских коммерческих дронах бренда SkyEye. Об этом заявили сразу несколько экспертов. И вот этот самый дрон, который можно купить спокойно в, на различных китайских интернет-площадках, в том числе на Alibaba, его радиус действия составляет несколько сотен километров. Этот коммерческий БПЛА, кстати, нес на себе смешные интернет-мемы, которые было видно на оперении одного из дронов. И было очевидно, что российское ПВО, которое является глубоко эшелонированной по заявлению оккупантов, включает в себя, в частности, комплексы С-300, С-400, Панцирь С-1, шилка, а также это все, она полностью вся провалилась. Провалилась она по одной единственной причине. Мы это видели, кстати, полностью на видео, когда эти дроны атаковали железнодорожную станцию в Джанкое. Мы увидели стрелкотню. То есть, иными словами, это была стрельба, то есть эти коммерческие дроны, не военные дроны, еще раз напомню, то есть это не ударные дроны, не разведывательные, это коммерческие дроны, фактически прошли глубоко эшелонированную ПВО России в временно оккупированном Крыму. Работали либо пушечные установки малого радиуса действия, либо попросту работали пулеметы. Судя по стрелкам, слышно, либо пулеметы работали, либо работали стрелковое оружие автоматы калашникова Ну то есть по звукам можно сделать такое предположение это свидетельствует о том что полностью эта глубоко эшелонированная система провалилась естественно вчерашняя операция кроме унижения Путина в глазах си Цзиньпина, практически он был опозорен перед собой она имела продолжение в Севастополе и вот следом за э тем что случилось джинкоем об этом заявил, э, заявляли местные паблики и заявил местный гауляйтер э, Сергей Аксенов. Сегодня атака точно так же случилась еще в более знаковым для оккупантов месте. Речь идет об оккупированном Севастополе. Об этом сегодня заявил не кто-нибудь, а гауляйтер Севастополя, господин Развожаев, известный тем, что спрятал свою семью, вывез ее давно на Кипр, а сам остался с котом по кличке Сноу. Ну, я об этом уже говорил, но тем не менее. Он заявил о том, что Город сегодня был атакован надводными беспилотниками. Уничтожено три объекта, якобы заявил, развожая военные корабли. Не пострадали, позднее было обнародовано видео, которое, кстати, есть в моем телеграм-канале, эксклюзивно можете зайти. По ссылке посмотреть, морской дрон вошел в бухту Севастополя. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.